哦。Сейчас.
статус. Приходите с целью, чтобы лечиться. И оказывается, что не все могли вернуться обратно. Конечно, лечение все это бани было платное, там приемное классом отказались это себе позволить. И поэтому их родители с много гробов. На кладбище, которое увидели, на кладбище богатые дети. Образное название прямо хранили в себе. Конечно, при этом миллионе хранили уже со своими надеждами, со своими драгоценностями и то, что им необходимо для следующей жизни. Существует три главных типа гробов. Семейные квадратного стила, где внутри как одна комната, где были две большие землетрясения. Это в 17 году и в 69 году. Период от Нерона и период от Тибериуса. И поэтому весь город был разрушенный. И в конце все объекты, которые сегодня можем увидеть. Так, квадратного стила, налево типа домика, и везде преобладают. Значит, пожалуйста, когда будем в городе, я расскажу вам, где что налево и направо. Там есть информации, которые, когда вы найдете, сможете фотографировать. Поэтому все дорога пустоватая, а также не разрешено здесь, а прямо на кладбище останавливаться, а то все не смогут разъезжаться, и поэтому мы прямо фактично в городе подъезжаем. Внутри видно в домиках, а то место это саркофаги. Римский период. Сейчас через минуточку увидим и круглые, называющиеся курганы. Так, круглые появились спереди налево, тоже семейные. Квадратные круглые семейные, а все остальные одноместные. Пожалуйста, первое большое здание. Прямо. В полуразрушенном виде даже вторая стенка налево падает, смотрите. К сожалению, не успевает государство ни материально, ни физически выше 100 тысячных городов по Турции. И поэтому в таком состоянии старается сначала восстановить то, что имеет опасность разрушиться, но здесь пока еще не начали восстановительных работ. Итак, две большие бани были в городе. Это северная баня называется. Каждая римская баня состоит из трех частей. Тревитариум, тепитариум, калдариум. То есть холодный час, теплый час и горячий час. Отопление было под полом, и перед каждой баней была навязка, то есть спортивная площадка, где занимались спортом, а после того закрепили постепенно в холодном, теплом и горячем отделении. Бани были платные, и можно их подумать, как сегодняшние социальные клубы. Просто почти везде были там, читали себе стихи, беседовали, делали массажи, игровые нации, и, конечно, определенная масса могла себе позволить зайти в римскую баню, потому что вход был платный. Он так во Франции шел, снимал, потом в результате на столб наткнулся. Я помню, я с тобой шел. Одноэтажная сцена.
которые видно перед нами. А дальше в римском периоде просто усовершенствовали. Начали строить высота стены на высоте последнего ряда. И в таком виде появилось отдельное крытое помещение. А также в римском периоде не искали пол, а просто ровное место. И с помощью арочной системы начали строить театр. То есть на арах лежали места сидения. А этот театр построен в греческом стиле. Греческий, потому что место сидения на холме, а римский, потому что верхний часто на арочной системе лежит. Сцена состоит из двух частей. Сцена и просцена. Тайная сцена, которая видна, это было место, где они переодевали свои костюмы, где делали макияжи, гримы, то есть свои. Итак, пожалуйста, театр построен в втором веке на 15 тысяч человек. Знаете разницу между театром и амфитеатром? Амфи, когда целый полный круг, и арена посоединяет гладиаторские борьбы и борьба с зверями, а театр тогда полукруг и просто сцена, где были представления. Итак, место, где находится, называется оркестр, где конкурсы сочетали... Я нажал. Еще хочу напомнить, что все представления наши в сентябре месяца, когда урожай... Дрон. Сразу вечером по земле. Вот мы сами... Сейчас прыгаем. Наташа! Зацепить что ли? Да. Угол, видишь? Давай, давай эти сейчас. Тихо. Я за тобой. Ну как, теплая водичка? Да? Искупайся, давай, весь прямо. Погружайся в воду. Че сейчас? Attends, je vais essayer de faire les deux. Ça, j'essaye, j'ai pas, y a pas de gens. Hein. Alors...
Я буду купить у тебя. Аки! Ну, мы что, будем так делать? Сейчас. А? Я не помню. Хочешь стать пеньку? Вот, заберись наверх. Чем что? Чем важно? В любом парке. В любом. Ну, баба,
Юль, надо мне. Thank you.
Да-да, сейчас я пойду, он туда сяду, вон, ну как камень. Ну что, купаться не будешь? Куда попятился?
я все заснял. Gone.